нихуя у тебя там. Не байзван, ну. Подожди, нафиг ты сбросил, мне надо ответить. Ты не говорил. А Паша, добавь его в группу. Ты уверен? Ну да. Если что, удалим. Ты так говоришь, как будто бы нахуй я чужой. А ты свой? Ты импостер. Сейчас мы, Кирилл, куда бежим? Туда, где людей ебут. Вижу! За ним побежали. Да не, он меня ебут! Конченый! Что он сделал? Он меня убил с горелки! Короче, мне сейчас надо отойти, машину пойти прогреть. Данил, просто прими, и я побегу дальше. А, не принимай, нет, нет! Поздно. Я возле дропа! О, ты нахуй все! Охуеть, а почему у меня тут аирдроп? Нихуя себе, ебать, а как он тут оказался? А говорят, аирдропы на дороге не валяются. Это я? Пацаны, я Данилу написал такое. Аирдроп? Да. Вижу, 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 побежали, побежали к нему. У нас больше всего шансов. Для меня есть ничего, есть пушка. Ой, тут человек. Давайте нахуй подождем. Вижу, уж Кирилл в твою сторону бежит. Пацаны, я вижу, как аирдроп падает. Прям на меня. А, все вижу. Лутай, лутай, лутай. Лутай, Данил, лутай, забирай. Я тебе даже хуйню одну скину из меня. На, она падает на тебя, она на тебе, вот сзади тебя подобрал? Да. Сразу надевай, все, бери, 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 все, что можешь. Секунд. Все, я дома. Все. Вы аирдроп залутали? Да. Ты весь залутал его? Да. Все, я вещи забираю с челика, блядь, и тоже домой тогда. У меня еще минус 25 репутация оказалась, пизданул челика, бедный челик. Он просто, он даже, наверное, не знал, куда шел. А чё, в смысле, он только что был в обычных вещах из Кикстартера, а тут, блядь, уже в броне ходит, что за хуйня? Здорово, еще один. Сейчас минуточку, подожди. У нас уже тут толпа. Ты ебанутый? Вот интересно, мне бы с админом связаться, сказать, типа, вот, смотрите, на одного человека один дом, вот в таком ограничении. Так нас же трое, значит дом в три раза больше. А когда Данил вон менял нас? Кого я менял? В пятом классе. Блять. Данил, он к нам вблизь подошел и такой, я мир. А потом, я ему говорю, убери дробаш. Он такой, пах, в голову. И я такой, я отлетел в стенку и все. Убери нож, а то я тебе не доверяю. Я тоже уберу. Он один? Он один, но у него ноль. Он новичок. А новичок убивает. Поговори с ним, поговори. Я с ним говорю. Скажи, что друг сейчас придет, что он, что бить не будет только. Сейчас брат мой придет. Да я его сам сейчас загашу. А, ну гаси, гаси. Да неси, неси. Удар в печень никто не вечен. Вальчик, есть грибы, хочешь покажу? Вот Паша! Паша, давай! Вы чё его загасили, бедного малого? Ты видишь, чё у него, Паша? Давай я домой тэпнусь. Ты долбоёб? Чё ты там ржёшь? Больной. Чё? Больной? Ты с чего ржёшь? Ты я тут смотрю, Жожа проснился. Ясно, понятно. Там гад ползучий за тобой. А где он? Че я хотел сделать? Паша, ты не спеши. Лох, лох! Чмошники. Чмошники. Ложки. Че вы там лутаетесь, а? Я? Жак Фреско. Классная зима, походу, будет. У нас?
Ну да, типа, я сейчас смотрю, снег на снег похож. То есть обычно что там? Мокро. А сейчас вот он просто как бы про тяжелую жизнь учеников, школьников. Надо будет родителей. Блять, они такие тупые, реально, бараны. Надо будет родителей на ногу как-то попросить. Ты серьезно будешь на меня патроны тратить? Я же голожопый. Не, ну я с тобой поделюсь. Блять, ты такой лох, ей-богу, блять, ты попасть мне по мне не можешь, нормально, ты 3 часа меня убить не можешь, какой же ты уёбище, блять, просто убожище. Ну давай, 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 давай. Ломай меня полностью, потому что горит. Давай, 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 а чё ты, блять? Да где же я? Такой уёбище, блять, такой лох. Сейчас на чё? Этот чел говорит, давай встретимся. Паша говорит, называет свой адрес, а этот чел. О, так я напротив. Здорово, ну понятно. Охуенно. Чувак абсолютно голый. Нихуя у него нету. Только в руках дробовик. Я спавнюсь, он разворачивается. Ебало на. Hello, man. Hello. What's your name? Fuck my ass. Fuck you. My name is Григорий. Я буду дочь Кэрли. My name is Павел. And Павел. I like sucks and dicks. Yeah. Павлюша! Ты англичанин нашел? Возможно. Ты видите? Не убивайте только, я только же появился. Вопрос хочу задать. Чё тут происходит? Можете, блядь, не убивай! Ёбаный стыд, а! Sorry. Не убивайте да. Меня. Я спросить хотел, вы не знаете, где телефон можно добыть? Телефоны можно добыть в мобле. Короче, где магазин. Еще? Я тебя что-то плохо слышу. Есть. В моле есть магазин, называется компьютерный магазин, может использовать телефон. В супермаркете телефоны продаются? Да, там магазин есть специальный. А еще есть какое-нибудь место? Я там заебался ходить, я нихуя не нашел. В моле еще один магазин, там тоже черный телевизор. Ай, больно! В моле. Там тоже было на других. Ну это все в супермаркете, да? В Мелле. Да, я других мест не знаю. Окей, все, спасибо. Нас обходят, дебил, в супермаркет. Мэн. Пиздец. Мэн. Да не убивай, блядь! Не видишь же зомби тут повсюду! Тебя убили? Хочешь фишку покажу? Убей его. Пошли. Ой, не сюда. Не сюда. Ой, блядь, убейте его! Так. Во! А. И вот так меня пизданули разок. Да, и все, вот. Вот он, я спрятался. Чайник скипел. О, чайник закипел, пора закидывать. На свай. Ебать, Паша убежал. Куда нахуй? Форест Гамм, остановись. А вот бля, Кирилл, у тебя есть питьё? Тут пацан чилит вообще. Я ебал меня. Не, да не бей его. И сам, сука, сейчас убьёт. Не бей, говорит. Давай, ломай. Вдруг там танк. Танк. У нихуя мы в натуре сломали? Да. Винты нужны вам? Алло, люди. Люди! О, опять пизда тебе! Убивай его, братанчик! Убивай его, нахуй он здесь нужен! Убил? Я не знаю. Меня только что убили, я дом строю. Да не давай, убей его. Наклоняйся! А вы, начинай! Да блять, Паша, Кирилл! Нет, не я. Да не стреляй, нахуй! Паша, Давай это, что у тебя есть? Отдавай свою девственность. Меня только что убили. А это может ну? Ладно, гуляй. Не убивайте его, но не убивайте в натуре. Убейте меня. Зачем? Я застрял! Блять, дал бы мне.
Мне репутацию качать еще. Мне тоже надо репутацию качать. Дайте попить! Попить! Здесь танк спавнится, по крайней мере, мне так сказали. Опа, здесь челики. Все, третий режим. Нахуя ты, бомжи, ты ебашишь? Ебать не ебем. Только почему-то Паша всех ебашит. Кто? Паша, давай ты. Бензопилу я взять не могу, а вы... А вот. А я по людям стреляю, но вы добиваете звездоряд. Я тоже по людям стреляю, Паш такой. На нахуй. Глент Кобяком, иди нахуй! Какой Глент Кобяком? Кобяков. Ты мою мысль понял, а теперь съебался, блять. Со своими вот этими гни-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 
Сню собрался. Нормально, наверное, я родил цыганский. Ай, Кирилл. Чё? Ненавижу я тебя. Как же я тебя ненавижу сердцем. А чё я сделал-то? Ну просто ненавижу тебя. Бля, как я тебя ненавижу? Ты, сука, я от тебя узнал столько вещей, которые у меня в голове. Гачи-мучи, у меня... Я просто... Я уже скоро, наверное, если прям конкретно... А прикиньте, вот какими мы были успешными людьми, если бы не были знакомы. Были бы там кто-то ютубер, кто-то стример, кто-то там в ТикТоке, кто-то стриптизер. Ты что ли? Ты стриптизер, да? Последнее это про тебя. Стопудово, да? Последнее это про тебя. Ой, у меня дырка в носке. И в жопе. И в мозгах. Я только сейчас заметил, у меня дырка в носке. В Китае. Казах голыми руками забил насмерть нападавшего на него волка. Охуеть, вот, блять, охуеть. Блять, что за хуйня у меня тут? Почему я как не захожу на сервер, кто-то из вас стоит вот так вот в потолок смотрит, объясните мне. Лаг какой-то. Ебать. Короче, придется ждать. Я хочу увидеть точно там построено. На мужика убило? А? А, нет. О, плюс один опыт. Палка. На, блядь. Дай мне тогда другую удочку. Она упала! Я ее забрал? Да. Слушай внимательно. Да. Это, короче, посмотри видос «Рыбофугу ест морковь». Звук-то ты слышишь? Звуки слышу, да. Прикол. Блять, чуть-чуть проебался. Просто отвлекся. А где залупёныш? А, Паш, на счёт. Я... У него, короче, мама за компом. Вантёрнет играет за него, что ли? Нет, блядь. К счастью или к сожалению. Сейчас, короче, ну, гачи-мучи делаю. Гачи-мучи занимать. И просто, ну, как бы, сделаю, ну, обычно так, свои дела там. И просто вижу, проходит.
просто такой крепкий мужичок, такой рыбак, просто красавец. Давай поженимся, такой негр. Я первый раз негром был на расстоянии меньше метра. Потому что мы занимаемся, я вижу, бать, такой крепкий мужичок. Потом я закончил, и получилось так, то, что мы одновременно... Надо, его надо было сказать? Че, Black Lives Matter? Ну, можно было бы это, но я хотел сказать, типа... Эй, должок пирожок, ты, кажется, не туда зашёл. Я, типа, короче, ну, закончил же, переоделся, выхожу, и получилось так, что мы в один момент переоделись и вышли вместе. То есть, в одном этом лифте стояли, ну, я как бы стою, как бы невозмутимо, яйца вперед, руки на пояс. Причем получается, мы прям до остановки так вместе шли. Нормально. Я... Короче, я еще наш. Я сижу, я... делаю, но я думал то, что буду пять, а у меня даже не было желания на него. Не влюбился случайно? Я пошел, давайте. Давай. Я думал то, что типа буду прям смотреть на него, а вот сижу. Причем хочешь прикол? Получилось так, то что он делал вот и ну, свои упражнения. И я свои упражнения делал всегда там, где был я, либо он. То есть получалось так, то, что мы рядом были. Судьба, это судьба связала. Судьба, судьба. Еще он пиздец там, прям как этот, CJ из GTA, прям качок пиздец. Он там с одной руки ебанет меня там. Да, как бы сейчас прав, давай. Займитесь полезными делами. Рыбачить или идти кататься на танке? Пошли кататься на танке, братан! Давай, за руку меня бери, пошли! Пошли, пошли! Погнали! Ни лайка не будет, там сейчас такие бегаем. Да похуй. Я уже да, даже... Да, сейчас, да. Если я покатаюсь на танке, я уже все, я считаю, уже поразвлекался. Я по домам хочу пострелять с танка, ебать. У кого-нибудь, у тебя танки, есть детонатор? Прикол. Реально. Нихера ты смотри как. Ебать, нас много тут сидит. Сколько нас? А ты вы... Охуеть. Нихуя он ебашит. Давай еще. Охрененный танк. У нас танк. А вы что, ебанутые? Мы же на танке. По кому вы стреляете? Мы на танке! Можно я за руль? Мы подъедем к нашему дому, там это сделаем патрон для танка. Я выстрелить хочу, я ни разу с него не стрелял. Кто это? Это наш дом. Подожди, подожди, подожди. Дайте залезть-то на это, я выстрелить хочу хотя бы разок в жизни. Во! Вообще шик! Это конец карты, назад едь, назад. Оттуда, откуда приехали. Дай человеку залезть! Сбили! Охуенно! Нормально он фигачит, оказывается! Офигенно! Как же офигенно иметь танк при себе! Лечите меня кто-нибудь, у меня кровотечение. А как его лечить? Блять, полечил! Не знал, куда нажать. Бедняга, надо... Ты пэхните его кто-нибудь. Нормально? Да похуй. Смотри, танк летает! Ай, лопасы! Нормально? А, куда танк-то улетел? Запасной нет. Кучевые, кучевые. Да, вижу. Да,
Походу я его убил. Граната! Сзади! Гуки, они на деревьях. Нифига не нашел. Ай, блядь! Бежим тогда туда. Блядь. Зачем они вот никого? Ну как сказать, мы разъезжали на танках и стреляли по всем подряд.